Ярославские парки готовятся к летнему сезону. 1 мая по традиции для отдыха горожан откроются все 6 парков, а это 78 самых разных аттракционов. Городские парки работают круглый год, однако летний период для них самый ответственный. Число посетителей возрастает в разы. Закончена проверка безопасности объектов паркового хозяйства. Будут и некоторые изменения. Аттракцион «Хали-Гали» с Даманского переедет в Парк Победы в Дзержинском районе. Полным ходом идет ремонт колеса обозрения в парке «Нефтяников». Там же первый летний сезон встретит веревочный аттракцион «Тарзания». В детском на проспекте Ленина установят батуты, бассейн с лодочками. В юбилейном восстановят горку «Кот в сапогах». А пока в парках сметают следы зимы и набирают сезонный персонал – кассиров, операторов, рабочих. Интригу по Даманскому я хотела бы немножко сохранить. Но то, что будут новые аттракционы – это да. В основном направлено семейное, с небольшим экстримом. И хочу вот сказать, может быть, получится договориться с собственниками сферического кинотеатра на 25 мест, которые мы тоже планируем здесь установить на острове. Программы будут и познавательные, и развлекательные. Так что мы ждем и надеемся на хороший сезон и на большое количество посетителей.